Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители фьюжена, нью-эйджа. Мы очень рады всех вас видеть. Представим вашему вниманию сегодня, так сказать, освеженную новыми аранжировками нашу программу, в которой также будут новые композиции. Вся музыка исключительно наша, выдержанная в стилистике постмодерн. Прозвучат композиции Анатолия Осипова, тенор-саксофон Натальи Скворцовой и Нормай. Также при поддержке мощнейшей репсекции в лице Ильи Ягоды и барабана и Гарика Батабеляна, электронной перкуссии Викон. А еще хотелось бы ответить, что у нас в афише был не заявлен один музыкант, это случайно так получилось. С нами будет выступать Ростислав Кочетов, труба. Приятного времяпровождения. С вами ансамбль Fusion Port, первая композиция Анатолия Осипова «Господу». Прошу. Thank you.
Следующая композиция принадлежит перу нашей замечательной пианистке и клавишнице Наталье Скворцовой. Называется «Вещь в стиле Шопена». И к нам присоединяется Ростислав Кочетов. Thank you.
Thank you.
Виталий Скворцов. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Thank you.
песню Натальи Скворцова «Валтона. История мира». А следующая композиция также принадлежит перу Натальи. Называется она «Семь». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Включала в себя несколько вещей, это было такое попурри, но главное название у нее – «Карма». Да, это одна из, так сказать, самых концептуальных вещей в нашей программе. Так что, вот, просим ее любить и жаловать. Также она еще вошла в альбом Феликса Лахути «Universal Love», который вскоре, через одну вещь, присоединится к нам на финишной прямой. А следующая композиция называется не менее причудливо «Bad Trip» – «Сложное путешествие». Thank you.
Большое спасибо. Давид Гумилян, перкуссия. Илья Ягод, барабаны. Анатолий Успенов, саксофон. Ростислав Кочетов, труба. Наталья Скворцова. Рояль и электророгас. И также я хочу представить Феликс Лохути, электроскрипка. Вот сразу запахло панком. Сейчас нам потребуется 5 секунд на настройку скрипки. Говорим электроскрипка, подразумеваем Лохути. Завершим наш сегодняшний вечер. Называется это старая добрая песня группы «Станция Мир», которую мы играли в самых разных аранжировках, очень-очень много с кем, в самых разных вариантах. Это джемовая композиция.
Называется она «Крыша». За руф. Thank you.
Thank you.
11 марта. Следите за рекламой. Всего доброго.